Мы все помним эти моменты, когда сердце выпрыгивает из груди. Мы переживаем и взлеты, и падения. Но в жизни каждого из нас есть события, которые хочется пережить еще раз. И в эти моменты ты понимаешь, как хорошо, что есть место, где мы всегда можем быть вместе. Можем дурачиться и сопереживать, чувствовать себя в кругу своих. Хорошо там, где друзья. Хорошо там, где семья. Там, где развлечения. Хорошо там, где одноклассники.